Всем здарова, народ, с вами снова Годилка. Сегодня у меня обзор щита Нурсултан Клиент, а также развитие после вайпа на Рели Ворлде. Сразу хочу сказать, что Нурсултан Клиент — это платный чит, и как его купить, прямо сейчас хочу его сказать, займу 30 секунд вашего времени. Вы просто переходите по ссылке в описании, прописывайте nursultan.fan, регистрируйтесь, регистрация моментальная, выбираете подходящую версию. В плане по времени 30 дней, чтобы затестить просто чит, 90 дней, чтобы уже реально с ним поиграть, и навсегда, это уже просто навсегда софт. Окей, прописываем промокод Годилка, получаем 5% скидку, оплачиваем и сможем спокойно играть софтом. Примерно за 2 минуты это все можно спокойно сделать. Окей, насчет самого Нурсултана, чит топовый, топовая килаура, АКБ, нофслоудаун, таргет стрейф и все, что вам нужно для ПВП в ХВХ, все есть. Также бедро клип, клик КТП, КТ лиф, телепорт, это все тоже работает. Давайте-ка сейчас начнем, наверное, обзор именно с клик ТП, давайте-ка его затестим, вот так становимся. Нажимаем клик ТП, так, клик ТП, клик ТП, окей, вот оно в низке здесь, нажимаем и правую кнопку мыши жмем. Итак, вот оно у нас вот так тэпает, типа все четко, все работает. Также имеется бедру клип, это тоже тема, которая работает четко. То есть, если от вас кто-то ливает бедру клипом, или вы не хотите клик ТП нажимать, не хотите каталифа нажимать, или это, допустим, пофиксится, то у вас остается бедру клип, который работает очень легко. Просто нажимаете бедру клип и моментально клипаетесь на вторую высоту. То есть, вам не нужно ни нажимать фрикам, ничего такого, у вас сразу тэпает. Также забыл сказать про точка телепорт, как он работает. Просто прописываем ТП, вот у нас, допустим, сейчас такие координаты. Я прописываю точка ТП, допустим, 2000 минус 1000 и высота 150. Прописываю и вот меня с второго раза тэпнуло. То есть, как видим, все работает. Имеется V-клип, то есть если вы хотите наверх клипнуться, это нажимаете у меня это в КФГ стрелочка вверх, для вас это будет точка V-клип up, просто прописываем и, как видим, клипаемся. Элитр у меня нет, это все работает без элитр, все отлично обходит. Также, что мне понравилось в чите, это визуалы, я просто в них влюбился, не знаю, как вам еще сказать, потому что это реально выглядит четко. Настраивается максимально легко, просто меняете один цвет, второй цвет, ставите какой угодно, там чуть-чуть зеленый поставили, чуть такой, и сразу меняется, прошу заметить, все, то есть меняется и вот здесь вот, и вот здесь вот, и вот здесь, и здесь, и здесь, это все как бы по одному клику вы просто настраиваете себе сразу весь софт, то есть визуал подбираете под ваши два цвета, которые вам нравятся. Если вы, допустим, хотите один выбрать, то один цвет, чтобы был, допустим, только красный, то на фон можете поставить, допустим, белый, и у вас тогда будет все прикольно выглядеть. Окей, думаю, по софту я все рассказал, думаю, что говорить уже больше нечего, нужно что-то показывать, поэтому хочу вам показать сразу PvP момент с Нурсултаном, который заснял после вайпа Рели Ворлда, то есть это мои моменты, которые я как подымал ресы, так что всем приятного просмотра, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, погнали к PvP.